Здрасте. А это я. Своими цветочками. Да, со своими орхидейками. Вот они, видите. Дома тепло. Хорошо, уютно. Цветочки мои растут, цветут. Ой, такая радость, друзья. Вот видите, какие красивые наши орхидейки. Орхидейки, орхидейки. Сегодня очень у нас холодно. Очень холодно. Кстати, всем доброе утро. Добрый день, доброе утро. У кого-то может быть вечер, я не знаю. И он там, короче говоря, птичка-синичка. Птичка-синичка кушает наше сало. Сейчас покажу. Сало, как оно. Вон оно. Там люди все это... То есть ходят, ну сегодня вообще холодно у нас. И вот смотрите, вот мои орхидейки. Радость. Мои такие вообще. Вот она такая. Да я по скидке покупал, друзья мои. Мы просто не хотели расти. И я вот так вот расти. Теперь не растут у меня вот эти. Без грунта. Без грунта растут. И они очень хорошие. Растут и растут, и растут, и растут. И цветут, и цветут. Видите? Вот. Не знаю. Видно, не видно. Видно, наверное. Ой, вот это тоже будет цвести. Вот она. Мои дорогие, это вот лимонная у меня. Лимонная. Ладно, друзья мои. Я только с вами поздороваться. Вот. И все, пойду кофе пить. Вам хорошее настроение, друзья мои. И еще вот смотрите. Вот все-таки. То есть моя вот эта вот орхидея, она вот стоит вот так вот. Вы думаете, она не растет, она вон, смотрите, колесочек, который пустила. Так что, милые мои, не выкидывайте свои орхидеи, если они начинают у вас погибать, просто вытащите из грунта и поставьте вот так, как я. И поливайте, то есть немножко водички налили, она взяла корни сколько нужно, и все. Вот, видите, у меня вот они. Не прямо, у меня без грунта растут. Так что вот. Это я уже все проверил. Вот. Ладно, милые мои. Всем пока. Люблю, целую, обнимаю. Ой. Пока, милые мои. Вот она вам радость. Цветочки. Зима. На улице зима. А у нас дома тепло. Хорошо. Прекрасно. Всем пока. Пока-пока. Смотрите. Везде пар. Идет. Там вот из... Ужас. Ну и, конечно, как всегда, внимание тут сидит, как это. Мать Тереза, прости господи. Все укутались он. Тетка какая пошла чух-чух делать. Видите, вот так вот. Везде пар.